Дела давно минувших дней, предание старины глубокой. Привет, дорогие друзья! Вот решил сделать такую небольшую рубрику, пройтись по бывшим местам Советского Союза. Вот это бывший молокозавод города Липки, моего родного города, где я живу. Некогда с этого молокозавода сметану поставляли даже в Москву. У нас как было, за колбасой всегда ездили в Москву. Вот приезжаешь в Москву, в молочный отдел заходишь, смотришь, стоит сметана. Производство Липковский молокозавод. У нас же здесь, в Липках, этой сметаны было не найти. Вся она шла в большие города. Сейчас что осталось от этого молокозавода? Ничего. Осталась одна помойка и руины. Все, что можно, в свое время отсюда уже украли. И все, что нельзя, украли тоже. Сейчас вывозят сюда, я смотрю, мусор какой-то. Ну, в общем, полный хлам. Черт знает что. И, в принципе, вот тут кабеля кто-то раздирал на медь. Вон там тоже кабеля. В общем, получается, в принципе, то, что в городе у нас сейчас только одно действующее предприятие осталось, это кирпичный завод. Все остальное полнейшая разруха. Одни только магазины вокруг плодятся. А здесь вот она, помойка. Больше ничего нет. Вот как-то так, дорогие друзья. Вот такие вот дела давно минувших дней.